Очевидно, что власти стали более открыты, более быстрыми в принятии решений, и понятно, что граждане реагируют на эти изменения, они поддерживают действующего главу республики и представителей «Единой России». Мне кажется, это хороший результат, который свидетельствует об изменениях к лучшему и свидетельствует о том, что есть перспективы у той системы управления, которая выстроена в Татарстане. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.